Это велосипед, который маневр необычного благодаря отсутствию некоторых деталей. MTB или Mountain Bike. Это незаменимый друг в горных условиях. Скейтбордисты, посмотрите на них. Им достаточно всего лишь одной доски и четырех колесиков, чтобы делать вот это. Роллеры — это не просто парни и девчонки, которые умеют кататься, они удивят финтами или хуже остальных. И, конечно же, покеры. Два этих парня похожи на прыгающих трансформеров, не так ли? Больше шума, друзья! А теперь мы с вами почитаем немножко рэпа, если вы не против, конечно. Окей. И я хочу сказать этим ребятам.